Если друг душою ты устанешь от тяжелой жизненной борьбы, и любить и верить перестанешь, окунувшись в волны суеты. Если вдруг захочешь возвратиться в мир страстей, забыв Иисуса путь, не забудь прийти к Нему проститься, еще раз в глаза Ему взглянуть. Не забудь прийти к Нему проститься, еще раз в глаза Ему взглянуть. Еще раз сказать Ему, как прежде, обо всем, что дух смутил твой, о твоей не сбывшейся надежде, о тоске сомнения пустой, о друзьях, о братьях не хотевших тебе руку помощи подать, чтоб тебя от бури налетевшей защитить и в горе поддержать, чтоб тебя от бури налетевшей защитить и в горе поддержать. Помолись и в этот миг прощальный, может быть, душа твоя поймет, отчего так слаб ты и печальный, отчего тоска тебя гнетет. С Иисусом близкое общение, может быть, тебе дарует вновь веру, святость жизни, покаяние и святую первую любовь. Веру, святость жизни, покаяние и святую